решил прокатиться по картам Google, которые Юрий Щербаков выставил сегодня, ссылку дал в нашем сообществе, из Кремля Нижнего Новгорода в деревню Пустынь Арзамасского района, на прекрасные озера, в заповедные места. Старт. Скорость 15 миль в час. И здесь показывается, где мы находимся в данный момент на карте. Так мы, конечно, никогда не доедем. Гаишников вроде не видно пока, не нарисовано еще. Ну и потом скорость-то не больно большая. 18 миль. На поворотах, конечно, заносит 23. Да, автоматически регулирует скорость. Быстрее нельзя. Это проспект Гагарина. Тут попробуем помедленнее, может быть, я свой дом замечу. Справа река. Справа река Ака. Стоп. Нет, еще не доехали. И вот здесь развязка около завода телевизионного. По проспекту Гагарина едем, едем, едем. Тут заводские всякие районы. И сейчас будет поворот налево. И там мой дом. Это развязка. Если поехать дальше, то так, паузу-то я сделал, а как дальше ехать, непонятно. Старт это, наверное, сначала начнется. Нет, не сначала. Если повернуть сейчас направо, там будет автозаводский район, и в Москву здесь дорога. А мы поедем направо, поедем прямо, и следующий поворот налево будет как раз прямо ко мне домой. Ну, нечаянно проехали. Не по дороге едем, потому что машин очень много, не желаем кого-то сбить. Вот уже приближается выезд из города, можно, наверное, побыстрее поехать. Около поста ГАИ сейчас будет поворот резкий налево. И выезжаем. Чё-то он не туда поехал. Надо было ехать по Арзамасскому шоссе, он поехал в сторону Москвы. Сейчас, наверное, будет по плохим дорогам ездить. О, как несется. Тут, конечно, не видно ничего. А вот так, когда помедленнее едешь, вроде как видно. Ну, заодно посмотрим там, что за дороги. Смогу ли я там проехать? Наверное, похоже, он выбрал кратчайший путь. Около Сосновского должна быть какая-то развязка, и мы повернем в другое место. Пока дорога вроде приличная. По крайней мере, асфальт. Нет, ну уж так-то. Совсем медленно. Разгоняется, разгоняется. Или карта не успевает прорисовывать. Селитьба. Срезает углы здорово. Прям между елками. А, вот уже подъезжаем, подъезжаем, подъезжаем. Вот она, деревня Пустынь. Вот эти прекрасные озера. Мы просто с другой стороны въехали. Поэтому как-то я не узнал. Вот наша деревня.
приехали куда-то. Так, интересно посмотреть, тут видны эти озера, как они называются. Река называется Сережа. Очень хорошие озера. Вот такое путешествие.